Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот, как обещал, сегодня две новинки от компании Агроформат. Приствольные почвофрезы. Значит, давайте ознакомимся с каждой фрезой поподробнее. Вот перед вами модель, называется DKUT1. Данная почвофреза электрическая. Механизм смещения работает от электрики трактора. Вот, прошу обратить внимание на ус, он же щуп, работает благодаря электромагнитам. То есть данный принцип работы уса значительно выигрывает в сравнении с гидравлическим методом смещения. Данный ус очень хорошо откликается на любое препятствие. Секция 70 сантиметров, 33 ножа установлено на данной секции. Весь механизм, значит, работы секции полностью механический. В раме установлены карданные валы, которые приводят в действие саму рабочую секцию. Значит, гидравлика на данной фрезе нужна только для опускания и подъема рабочей секции, рабочей головки. И все. А дальше используется электричество. Вторая модель от компании Агроформат. Значит, почвофреза для приствольной обработки DKUT3. Теперь мы можем сравнить с вами два этих орудия. Значит, самая первая разница, которую мы видим, это смещение по оси трактора, которые дают нам дополнительные 25 сантиметров вылета в сторону дерева. И кроме этого, при сравнительном анализе мы можем увидеть, что рама длиннее, чем у предыдущей фрезы, длиннее на 20 сантиметров. То есть, сравнивая два этих орудия, мы понимаем, что у DKUT3 вылет будет на 45 сантиметров дальше, чем у DKUT1. Что кому нужно, какой вылет, решать вам. Мы считаем, что это будет хит в этом сезоне. Данные почвофрезы займут свое место на российском рынке, в российском садоводстве.